Спецпроект Рекорда для любимых радиослушателей. Рекорд Old School. Доброго времени суток. С вами Технокухня. Сегодня вас ожидает обзор кулера от американской компании Thermalright с производственными мощностями на Тайване. Название кулера Silver Arrow, что в переводе означает серебряная стрела. Так давайте посмотрим, далеко ли улетит эта стрела сегодня. Итак, нам не терпится узнать, что же лежит в коробке. Инструкции и фирменная наклейка. Система креплений в запечатанной упаковке. И, конечно же, сам кулер с двумя вентиляторами. Thermalright Silver Arrow в этом году претендует на звание лучшего кулера в мире. Кулер состоит из двух секций, по 55 пластин каждая. Секции между собой соединяются тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая. На самом деле, перед нами не эксклюзивная разработка, а отполированная до зеркального блеска версия Cogage Arrow. Отличие минимальное. Немного уменьшена толщина пластин и межреберное расстояние. На 1 мм увеличено расстояние между секциями. В комплекте два 14-сантиметровых вентиляторов вместо одного 12-сантиметрового. Добавилась поддержка сокетов AMD. Что еще нового? Это система крепления, которую компания Thermalright впервые реализовала с кулером Venomous X. А также 8 резиновых демпферов, которые предотвращают кулер от вибрации. Кулер просто замечательный, но есть ряд недостатков. Фактическая высота кулера 16,6 см, а не 16, как это указал производитель. Это добавляет больше проблем в плане совместимости с корпусами по сравнению с Cogage Arrow, который также с трудом помещается в некоторые middle корпуса. Режим AMD крепления не такой сильный, как в случае с Intel креплением. Длина кабеля всего 25 см. Для сравнения, длина кабеля кулера Noctua 40 см. Компания Thermalright славится своими неровными основаниями, но наш экземпляр имеет совсем небольшие неровности. Видимо, ребята хотят добиться хороших результатов.
44 дБ. Уровень шума с расстояния 1 метр. Температура в комнате 26,2 градусов. Температура ядер в простое 30-37 градусов. Питание первое. Тест процессора без разгона. При этом уровень шума с расстояния 1 метр 31,5 дБ. Занял ведущую позицию в нашем рейтинге, за что он получает золотую награду. Кулер имеет ряд недостатков, и в основном они связаны с габаритами. В целом, это отличная модель для тех, кто хочет собрать мощную, но в то же время тихую систему. Спасибо, что вы были с нами, и до новых встреч! Ну что, он клёвый? Пожалуйста, замечательно. Реклама закончена.